Есть место для приглашенных, откуда работают корреспонденты. Когда у меня за спиной ходят и мои записи в блокноте снимают, личные записи, которые я веду для себя, для работы, мне это неинтересно и неприятно. Поэтому я прошу поставить мой вопрос на голосование. Что вы конкретно предлагаете? Определить место для СМИ за трибуной, где все приглашенные. С инициативой определить СМИ место на галерке выступил депутат Игорь Филиппов. Большинство присутствующих на комиссии по жизнеобеспечению города его поддержало. Если данное решение примут на ближайшей сессии Каннского городского совета, а она состоится уже на следующей неделе, в дальнейшем работу народных избранников зритель сможет видеть лишь со спины. Вы голосовать будете за что? Это постановление, решение городского. За какой нормативный документ вы сейчас будете голосовать? Справедливости ради нужно заметить, не все народные избранники готовы согласиться с инициативой. Те, кто понимает, чем все это может обернуться, выступают в защиту телевизионщиков. Ведь это, по большому счету, воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. Очень сложно снимать с того места, на которое указали журналистам. Я думаю, что сегодня по, опять же, закону, все паблики личные, которые имеют свыше 1000 подписчиков, они тоже приравниваются к СМИ. Тогда и тем людям, которые занимаются освещением мероприятий такого рода, они тоже должны встать рядом с операторами на ту же площадку. Чем была вызвана инициатива, сказать сложно. Аргументировали это авторы идеи тем, что телевизионщики часто снимают не то, что хотелось бы, чтобы видели жители города. И ракурс не тот, и подсъемки личных вещей неуместные. Новость уже просочилась в массы и приобрела широкий резонанс в политических кругах. Вы знаете, я 10 лет, в течение 10 лет был депутатом Каннского городского совета. И всегда я обращал внимание на то, что для журналистов не подготовлено рабочее место, с которого они могли бы снимать. И поэтому я помню, у меня всегда на том месте, где я сидел, за спиной стояла камера, и она снимала. Поэтому я прекрасно понимал в то время, что чтобы вот дать настоящую картинку, телевизионную картинку, вот в этом зале статичность не позволяет камере снимать все происходящее, ну, в объективном плане, в объективном смысле. Сегодня Каннский городской совет, на мой взгляд, депутаты с большим стажем, со стажем депутата городского совета и со стажем депутата, уж все, наверное, подзабыли, депутата ЗАГС Собрания, так? А я с этих позиций расцениваю сегодня деятельность и качество нашего городского совета как симукляр. Это философское определение. Если вам нравится, залезьте в словари и посмотрите, что такое на самом деле. Новость, мягко говоря, шокировала и руководителей телекомпании, ведь и депутаты, и журналисты приходят на заседание работать, а значит, стесняться нечего. Всегда казалось, что депутаты и журналисты выполняют примерно одну и ту же миссию. То есть мы следим за тем, что происходит в городе, мы стоим за жителей, мы делаем все для того, чтобы жизнь в городе была лучше. Депутаты выносят на обсуждение какие-то вопросы, да, мы следим за тем, как конструктивная администрация решает эти вопросы. И одна из главных площадок, это как раз вот таки сессия, да, или комиссия, где это вот все обсуждается и все решается. И здесь мы не можем полноценно ее освещать. Ну, не знаю, как выходить из этого положения. Возможно, депутаты одумаются, если этого не произойдет. Ну, я как редактор ставлю под вопрос вообще присутствие наших журналистов на сессиях, комиссиях. Как отмечают редакторы местных телеканалов, в таких условиях снимать качественные и полноценные репортажи с заседаний будет просто невозможно. Если сравнивать условия для работы СМИ в зале заседаний краевых парламентариев, то они разительно отличаются. Там, например, есть отдельный балкон, однако и до его установки проблем с передвижением журналистов в Заксобрании не было. Я в свое время работал в законодательном собрании, был аккредитован там, ездил практически на каждую сессию, это было начало 2000-х годов. Нельзя сравнивать зал администрации города Каннска и зал заседаний законодательного собрания. Во-первых, там, в том месте, где предложено работать оператором, это не константа, что он там должен стоять, во-первых. Там ему удобнее чем. Там выведен звук, он может, оператор, подключиться и записать качественный звук. Если оператору нужны до съемки, он спокойно приходит в зал и снимает то, что ему нужно. Там просто удобно стоять из-за звука, из-за того, что там удобно брать там общий план зала, из-за того, что можно взять там крупно с экрана депутата, потому что там еще есть другие камеры.
Только из-за этого. Насколько законной является инициатива народных избранников, теперь будет рассматривать прокуратура. Телевизионщики уже написали обращение на имя межрайонного прокурора с просьбой проверить на наличие возможных нарушений Конституции Российской Федерации, в частности статьи 29 закона о средствах массовой информации, статьи 3.58 и других. Но есть все-таки надежда, что депутаты откажутся от идеи сидеть к народу спиной. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.